Эрудит Пятерка. Добрый день. Ну, такая народная примета. Наступает весна, и сразу активизируются разнообразные чрезвычайные ситуации. Ну, снег, которого не было, сошел. Дождь, который мы уже полюбили за зиму, пришел. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Словом, сегодня мы играем с специалистами, которые могут выйти с честью из любой чрезвычайной ситуации. У нас в студии чемпионы областных турниров под девизом «За безопасность», которое проводит областное управление МЧС, лицей МЧС, капитан Алексей Федоров и команда Красненской средней школы Руслан Нариманов. В студии присутствует командир лицеистов майор Дит. И прекрасная бескорыстная женщина, которая работает с нашими будущими спасателями из Красного. Зовут ее Екатерина, а фамилия у нее Иванова Праля. Вот так. Итак, все наши 5 туров, все наши 5 разных игр, в которых по 5 вопросов в игре и так далее, и так далее. Все 25 минут нашего эфира у нас будет информация о безопасности. Потому что мы, Эрудит Пятерка и телерадиокомпания «Гомель», как и вся наша необъятная страна, мы всегда за безопасность. Играем! Эрудит Пятерка, начинаем мы с блеф игры. Я обращаюсь к Алексею Федорову, лицей МЧС. Алексей, кто у вас может выбрать между «да» и «нет»? Быстро. У нас истину будет выбирать Егор Ключников. Хорошо, Егор, готовьтесь. А Руслан Нариманов, кто у вас? С нашей стороны Илья. Егор против Ильи. Вперед! Прекрасно. Нужно нажать кнопку и, глядя в камеру, сказать «да» либо «нет». Потому что я иногда говорю правду, а иногда что-нибудь сочиняю про безопасность. Итак, верите ли вы, что знаки эвакуационных выходов зеленого цвета? Да, верю. Это правильный ответ. 5 очков Егор заработал для своей команды. Верите ли вы, что водный раствор гидроксида аммония принимают внутрь при обмороке? Прошу? Нет, не верю. А почему? Вот так интуитивно ответил. На самом деле, водный раствор гидроксида аммония кто знает? Никто не знает. Нашатырный спирт, да, аммиак, да, вот капитан все знает, прекрасно. Его нельзя внутрь, только его понюхать при обмороке. 10 очков, играем. Верите ли вы, что в устьях речек и ручьев лед всегда ненадежен? Да, верю. И это верно. Опасайтесь льда на этих участках. Играем. Верите ли вы, что несъедобные грибы можно определить на вкус, а не горькие? Прошу? Да, верю. А нет... Все, по... Егор, вот... Ладно. Да, конечно, их можно определить на вкус, но только один раз. И все. Так что очки вы для команды не заработали, но запомните, что нельзя пробовать ядовитые грибы на вкус. Лучше обойти их стороной. Играем дальше. Верите ли вы, что страшные клещи, которые переносят энцефалит, нападают с высоких кустов и деревьев? Егор? Да, верю. Егор, это вам... вы насмотрелись голливудских ужастиков. Это там страшные русские и белорусские клещи прыгают с деревьев и съедают человека на месте. На самом деле клещ, он высоко не поднимается, он по травке к вам подползает, залезает в штанину, если она не заправлена в сапоги, красиво начищенные. Ну и потом уже делает с вами все, что хочет. Запомните это. Опасайтесь клещей, просто готовьтесь к этому. Обувь, одежда плотно прилегающая, ну и шапочка можно на голову, на всякий случай. Итак, блеф-игра закончилась со счетом 10-5, лицеисты повели. Следующий бой, вперед! Хорошо, начали, узнали много нового, ну, в частности, про клещей, про ядовитые грибы. Ну, а теперь дуэль-игра, прослушайте 5 тем, 5 боев. Ну и решите быстренько, кто какую тему на себя готов взять. Итак, первый бой дуэль игры «Что делать, если?». Второй бой «Вошли в историю». Третий бой «Сказочные спасатели». Литературные герои, сказочные персонажи и так далее. Четвертый бой
чрезвычайные ситуации, просто. И пятый бой, МЧС Беларуси, ну, будущие спасатели должны это знать. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему готов на себя взять. Вперед! Все, играем. Итак, внимание, Алексей Федоров, первый бой. Что делать, если? Ну, вообще, честно говоря, я поленился сочинять, вернее, побоялся, потому что безопасность – это очень такое серьезное дело. Я воспользовался мобильным приложением «Помощь рядом». И вот там разнообразные вещи. Что делать, если? Алексей, кто у вас знает, что делать, если? У нас на этот вопрос ответит Илья. Руслан, у вас? На этот бой выйду я. Прекрасно! Итак, Илья против Руслана. Вперед! Итак, кошка на дереве. Кошмар. Не заморачивайтесь, если животное спокойно сидит там или лежит. Помощь нужна только в том случае, если животное наблюдается на одном месте в течение этого времени. Да? Больше получаса. Больше получаса. Эта кошка еще выспаться даже не успеет за полчаса. У вас, Илья, есть шанс? Я считаю, что это 3 или 4 часа. Ребятушки, 3 или 4 часа кошка вот за птичками наблюдает. Вот если она больше суток уже сидит на дереве, а еще если она громко кричит «мяу-мяу, спасите меня», вот тут уже нужно вызывать спасателей или самому карабкаться за ней. Теперь вы это знаете. Что делать, если укусила оса? Внимание. Первое действие после укуса – то, что после укуса пчелы не сделаешь. А именно? Прошу. Нельзя достать жало. Потому что жало она не оставляет. Да, 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 да. И это правильный ответ. Дома что делать, если? Отключить электроприборы. Вынуть штекер наружной антенны. На улице покинуть открытое пространство, войти в любое здание. А во время чего? Прошу. Во время грозы. Отличный ответ. Что делать, если в квартире начался пожар? Кстати, можно самостоятельно попытаться потушить огонь, если он не больше этого спортивного снаряда. Прошу. Не больше футбольного мяча. Прекрасно. Ну, наверное, в фильмах видели, что во время войны заклеивали бумажками крест-накрест окна от бомбежек. А в наши дни советуют сделать то же самое, только с помощью скотча. Если ожидается. А что именно? Если ожидаются сильные порывы ветра. Отлично. Сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. Великолепная игра. Лицеисты выдерживают 5 очков разрыв. 20-15. Лицей МЧС. Впереди следующий бой. Второй бой. Вошли в историю. Ну вот, есть такая шутка, что «Титаник» строили профессионалы, а «Ковчег» построил не профессионал Ной, но всех спас. Вот примерно такие у нас будут реалии. Итак, вошли в историю. Кто готов у вас, лицей МЧС, войти в историю? У нас войти в историю готов Леонид. Тезка, готовьтесь. Руслан, историк. С нашей стороны пойдет Александр. Итак, Леонид против Александра. Вперед! В апреле 1912-го пароход «Карпатия» первым прибыл на место этого знаменитого кораблекрушения. Ну что? Кораблекрушение «Титаника». «Титаника», конечно. И вы сравняли счет. Саша, вы сравняли счет, играем. Первым спасателем, первым МЧСовцем в шутку называют этого библейского старца. Это был Ной. Это был Ной, вы правы. Прекрасно. Еще в древности они спасали тонущих в Средиземном море. Красивые такие, дружелюбные. Прошу. Это были дельфины. Это были дельфины, да, конечно. Этот человек, первым побывавший на Южном полюсе, погиб в Арктике при отважной попытке спасти экипаж дирижабля «Италия». Известнейший полярный путешественник. Вот как проходит мирская слава. Руал Амундсен, запомните это имя, теперь вы это знаете. Ну и заканчиваем тему.
тоже ближе к нашим местам. Однажды митрополит Макарий в свое время спас город Новгород от пожара, всего-навсего побрызгав на огонь. А чем? Прошу. Святой водой. Святой водой, да. Леонид так очень неуверенно, но абсолютно точно отвечает. 35-20. Это не потому, что мой тезка играет, а потому, что он очень хорошо знает все правила безопасности, да и вообще историю спасений. Отлично, мы играем следующий бой. Вперед! Итак, третий бой – сказочные спасатели. Алексей, нужен человек, который знает все сказки про пожары, наводнения, потопы и все остальное. На этот раз это будет мой тезка Алексей. Очень приятно, Алексей. Руслан? Главным сказочником нашей команды является Дарья. Даша рассказывает вам сказки до сих пор, понятно. Итак, Алексей против Дарьи, вперед! От этого бедствия спасал зайцев старый Мазай. Наводнение. Прекрасное наводнение, да. Было потехи у баб ребятишек, как прокатил я деревней зайчишек. Играем. Треснул лед, река пошла, и старушка поплыла. Спасателя в погонах назовите. Неужели не помните? Так Степан и спас ее, и корзину, и белье. Дядя Степа милиционер. Играем. Эта девочка не слушалась родственников и не спряталась в убежище, поэтому ураган подхватил ее и унес в волшебную страну вместе с собакой. Это Дороти. Дороти, я даже Элли от вас бы принял. Великолепно. Так что, если налетит на вас торнадо, прячьтесь в убежище и не залезайте в какие-нибудь ветхие сарайчики, которые можно сорвать и унести в волшебную страну. В этой сказке у печки был персидский ковер, а не топочный лист. И поэтому дом погорел со всем добром. Да. Это Кошкин дом. Кошкин дом погорел со всем добром. Прекрасно, Даша. Ну и закончим. Именно она потушила горящее море в стихотворении «Путаница». Да. Это бабочка. Бабочка прилетала, крылышками помахала. Вот так бы нам тушить пожары. Привез с собой в машине бабочку, выпустил, она помахала крылышками, все тут же и потухло. Нет, нужно работать, проявлять героизм и прочие хорошие качества. 40-35, Даш, вы опять сократили разрыв до 5 очков. Следующий бой, вперед! Итак, Алексей, чрезвычайные ситуации, в которых вы профессионал. Я думаю, кто у вас самый крутой профессионал по ЧС? Ну, я надеюсь, что это буду я. Я тоже в это верю. С нашей стороны пойдет Дарья. Дарья. У вас две Дарьи, я понимаю. Да. Великолепно. Ну что ж, Алексей против Дарьи. Вперед! Она основная причина пожаров в тайге. Как шарахнет с неба. Это молния? Это молния, да. Внимание. Он – это ледяные осадки, а она – это слой льда на земной поверхности. Звучат похоже. Гололед и гололедица. Прекрасные знания. Это органическое вещество обычно упоминается, когда говорят о подземных пожарах. Это торф. Блеск. Торфяные пожары – одни из самых сложных при тушении. Продолжаем. Собрать разлившуюся ртуть в стеклянную банку, и только-то, можно даже при помощи бумаги и хлебного мякиша. А вот их надеть нужно обязательно. Перчатки. Прекрасно. Резиновые перчатки. Да. Именно резиновые изолирующие перчатки. Ну и заканчиваем. Такой чай рекомендуется давать пострадавшему от теплового удара. Холодный. И только холодный. Ему и так жарко, а в него еще вливают что-нибудь горячее. На самом деле, холодный чай, холодная вода, любое холодное питье. Вы абсолютно правы, Даша. Ну, у нас, как говорят американцы, 50-50. Все поровну, 50-50. Счет равный. Равная игра, все-таки играют чемпионы. Следующий бой.
Ну и пятый бой, тема, которую вы должны знать просто на зубок. МЧС Белоруссии. Кто у вас знаток собственного министерства? У нас знаток своего дела — это Егор. Егор, прекрасно. У Руслана? Илья. Егор против Ильи. Вперед! Итак, девиз МЧС — это... Профессионализм, отвага, честь. Браво! Второй. А вот тут чуть потоньше. Именно с этим православным праздником совпадает у нас день МЧС. Крещение. Дата? 19 января. Отлично! Этот журнал – печатный орган белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Это журнал «Юный спасатель». Прекрасно! Во-первых, потрясающая, знаете, во-вторых, молниеносная реакция. Играем. В этом городе находится университет гражданской защиты МЧС Беларуси. Минск. Да. Играем. После освобождения Белорусской Советской Социалистической Республики от фашистских оккупантов уже в этом году во всех городах и районных центрах нашей республики были организованы пожарные команды. Да. 1945. Потрясающе. В 44-м еще территория начала восстанавливаться, ну а пожарные команды все четко к 45-му уже все были на местах и все защищали от пожаров страну. Браво, Егор! Итак, 70-55, блестящая игра у лицея МЧС. Ну а у нас тест-игра, игра с вариантами. Вперед! Тест-игра, наше скоростное централизованное тестирование. Кто готов отвечать на вопросы с вариантами? Алексей. У нас на эти вопросы ответит Илья. Прекрасно. А у команды Красненской школы? Снова Дарья. Которая? Понял. Итак, Илья против Дарьи. Вперед! Тест-игра. Ну, повторение мать учения. Посмотрим, как вы запоминаете. В девизе белорусского МЧС первым упоминается А. Профессионализм, Б. Отвага, С. Честь. А. Профессионализм. Это правильный ответ. Илья плюс 10 очков. Профессионал, чувствуется. Играем. После событий 11 сентября в Нью-Йорке предлагали оснащать верхние этажи небоскребов А. канатами, Б. веревочными лестницами, С. парашютами. Б. веревочными лестницами. Ну, я понимаю, да, вы профессионал, но вы не пробовали спуститься со 115 этажа по веревочной лестнице. Я не рекомендовал бы вам. А Даша? С. парашютами. Парашютами, конечно. Продолжаем. Ну, представьте, что вы потерпели кораблекрушение на «Титанике». Так вот, к спасательной шлюпке рекомендуется подплывать А. со стороны борта, Б. со стороны кормы и С. со стороны носа. Да? А. со стороны носа. Ой, кормы. Это Б. То есть со стороны кормы вы считаете? Да. Это был ответ Б. И это абсолютно правильный ответ. Со стороны носа очень трудно забраться, а с борта вы рискуете перевернуть спасательную шлюпку. Продолжаем. Если при отравлении, ну бывает, не удается вызвать рвоту, нужно А. выпить еще воды, Б. принять активированный уголь и С. вызвать скорую помощь. Да? С. вызвать скорую помощь. Абсолютно точный ответ. Как можно меньше занимайтесь самолечением. Если что-то не так, сразу вызывайте скорую помощь. И заканчиваем. А вот перед нападением собака, агрессивное такое существо, ужасное, она А. лает, Б. приседает и С. машет хвостом. Да. Приседает. Отлично, человек. Наш Илья оказался нечувствительным к женским чарам нашей Дарьи, и поэтому он увел команду настолько далеко вперед, что я даже практически ее уже и не различаю на горизонте. Итак, лицей МЧС 110 и аплодисменты Илье. Красная 60. Но у нас еще самая
как у нас говорят игроки, дорогая игра, слайд-игра, на которой все можно поправить. Следующий бой, слайд-игра, вперед! Не почивайте на лаврах, Алексей, вы великолепно играете, подобрали прекрасную команду. Кто у вас пойдет читать картинки о чрезвычайных ситуациях? У нас это будет Алексей. Алексей, я вас вижу. Руслан, кто готов? Ни за что не поверите, это будет Дарья. И это будет Дарья, и я даже догадываюсь, какая Дарья. Это уже не оправдало доверие. Даша. Итак, Алексей против Даши. Вперед! Ничего жать не нужно, мы начинаем с выигрывающей команды. Алексей смотрит на экран, Даша тоже смотрит на экран, потом поворачивается к микрофону и командирским голосом произносит правильный, я очень надеюсь, ответ. Начнем. Итак, у нас без букв. Просто на экране чрезвычайной ситуации нужно ее назвать. Поехали. Тишина. Землетрясение. Правильный ответ. Землетрясение. Плюс 15. Даша, не подкачайте. Играем. Снежная лавина. Снежная лавина. Абсолютно точный ответ. Алексей. Град. Это град, градобитие, вы правы. Даша. Это кораблекрушение. Что вы говорите? Это оно, да. Играем дальше. Тихо. Раз. Это шторм. Прекрасно, но неправильно. Это замечательная картина Хокусай. Что она изображает, Даша? Цунами. Это цунами, да. 10 очков на подборе, Дарья, и сейчас закрепит успех, я думаю. Это глобальное потепление? Над Антарктидой, да, вряд ли, попрошу вас. Это озоновые дыры. Это озоновые дыры, озоновая дыра, великолепно. Вот, да, участок над... Да. Нерядовые знания, участок над земной поверхностью, где озоновый слой тоньше или вообще отсутствует, и губительное космическое излучение проникает. Итак, Алексей, играйте теперь за себя. Это буря. Буря? Нет, Айвазовский не стал бы размениться на какую-то мелкую бурю. Даш, может, вы догадаетесь? Это или наводнение, или всемирный потоп. Ну а что такое всемирный потоп, как небольшое наводнение? Правильно! Так картина Айвазовского и называется. Даша, играем с вами. Это засуха. Это засуха, да. Ужасное бедствие. Вот тут нужны минимальные знания по искусству. Леша. Это картина «Дети, бегущие от грозы», то есть гроза. Обалдеть. Во! Матовский. Даша? Прошу? Это извержение вулкана. А как картина называется? «Последний день Помпеи». Великолепно! 165 лицей МЧС, 140 нагоняет Красненская школа. Решающий бой, риск, игра. Вперед! Ну, я тоже несколько разносторонне развит, то есть я так прикидываю, что вот осталось буквально пара человек, которые еще не ходила к стойкам, и в этой паре человек с одной стороны капитан и с другой стороны капитан. Нам стоит ждать капитанского боя, ребята? А, Алексей? Так, точно. Вольно. Руслан? Так и есть. Вперед, капитаны! Игра за безопасность или спасатели вперед? Я напоминаю, что с нами играют чемпионы областного турнира за безопасность, который проводит областное управление МЧС. Ну а нашу эрудит-пятерку организует и поддерживает телерадиокомпания «Гомель» и гомельский облисполком. Спасибо им. Ну, естественно, темы нашей риск-игры совпадают с темами игры дуэльной. Что делать, если... Кошка на дереве. Попробуйте приманить животное едой. А еще чем? В ноль. Валерьянка. И это правильный ответ.
5 очков, разрыв снова. 165-160. Продолжаем. Тема «Вошли в историю». Спасатель по имени Барри спас в Альпах жизнь более 40 человек. А кем он был? Собака Сен-Бернар. Прекрасно. Да, это был Сен-Бернар. И команда Красного выходит вперед. Алексей, вам нужно догонять. Сказочные спасатели. Во время этого стихийного бедствия в сказке о Маугли объявлялось водяное перемирие. Засуха, нехватка воды. Прекрасно! Алексей, нужно равнять счет. ЧС. Это предупреждение объявляют при угрозе сильного ветра. Это штормовое предупреждение. Отлично! И только правильный ответ. Ну, я уже не щажу нервы, потому что, ребят, нервы нужно закалять при вашей службе будущей с детства. Только правильный ответ может спасти лицей МЧС от поражения. Ну, а Руслан постарается не дать вам это сделать. Естественно, это честная борьба. Заканчиваем. МЧС Беларуси. На главной странице сайта МЧС меняющееся каждый день число. А что оно означает? Да. Это число спасенных людей на пожарах за последние сутки. 205-200. Великолепная игра. Великолепная, равная игра. Ведь в наших играх, конечно, важно, кто победил. Но самое главное, нужно набирать новую информацию, нужно получать знания. Ведь, как говорится, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем!